За год в администрацию края поступило почти 50 тысяч обращений кубанцев. Каждое третье из них разрешено положительно. О исполнении поручений главы региона доложил начальник управления контроля Максим Туровец. По его словам, все же не во всех муниципалитетах работа с обращениями ведется должным образом. Так, например, в Горячем Ключе около полусотни обращений остались нерассмотренными. По этому факту сейчас идут проверки, ряд сотрудников уже уволены. Но это абсолютно как бы вопиющий факт. Как так? Люди пишут, они надеются. Знаете, когда отписки делают, и когда это и то мы пресекаем, но когда складывают в стопки и абсолютно как бы не реагируют на жалобы людей, это уже ни в какие рамки не лезет, и здесь просто так разговором не закончится. Действительно, мы выявили сами эту проблему. У нас обнаружился такой факт, что утаивались какие-то там жалобы. Сегодня данные сотрудники уволены, проводим служебную проверку в этом направлении и быстренько пытаемся эту сейчас ситуацию исправить. Я хотел вам порекомендовать их отправить на землю, туда, откуда эти жалобы идут, то есть там, где эти люди живут. Я еще раз подчеркиваю, коллеги, равнодушие – это самое основное, что подрывает авторитет власти, авторитет главы района по отношению к собственному населению. Вот равнодушие быть не может. В числе же отличников по работе с обращениями Тихорецкий, Абинский, Темрюкский и Белореченский районы.